еще один инструмент сделать по-быстрому. Точнее, по-быстрому не получится. Хоть как-то. Свой Lenovo телефон снимаю. Процесс рисования. Но это никому не надо. Ты что, с ума сошел? Рисовал, рисовал. Совсем что ли? Ну, главное, помнишь? Странно. Рисовал, рисовал. Думал, она выбросит. Бессмысленная моя жизнь, все существующее. Смотреть туда бессмысленно. Thank you.
сокрушение над мир. Гнилой мир. Всюду уклеены этими камерами наблюдения. Мы сокрушим этот мир. Наши губы застыли в улыбке. Наши легкие полны от смеха. Наши губы застыли в улыбке. Сейчас здесь сделаю эксперимент кое-какой. Мастер у меня не работает уже. Наши губы застыли в улыбке. Наши легкие полны от смеха. Спасибо тем, кто задонатил на лекарства. Я вас люблю. Спасибо вам. Без этого мне было бы очень плохо. Спасибо вам. Я продолжаю рисовать благодаря вам. Рисовал, теперь выпустил. Что, совсем в боку? А ты разве не это делала? Разве мои картины не выбрасывали все время? Это нормально. Почему я не могу сам их выбросить? Если их выбрасывают все время, после моей смерти их выбросят. Но перед этим я выброшусь с высоты такой вон унылые панельки. Я думаю, с такой высоты достаточно будет рассмеяться. Я буду не в меняемом состоянии, не напьюсь, чтобы забыться. Силу. А может, не буду напиваться, осознанно это сделаю. Может, у меня уже не будет денег даже на алкоголь. Или что? Это так грустно. Без тебя. Без тебя. Все твои родители убьют. Собака ненужная.
очищающего под ногами. Тебя собрать расставить, как выжатый лимон. Да, так всегда происходит. Схватил сапер, раздавил. Сильного света то мне не хватает. Смотрите, как красиво получилось. Да, 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 да. Красиво, да. Нет. Нет. Что это изменит? Это ничего не изменит. Нужного цвета не хватает. Думаю, так буду всю жизнь до смерти рисовать, пока не сдохну. Эти крутые ребята на машинах. Да, не завидно, но все равно. Пусть развлекаются, как хотят. Не разница. Уйди же.
такой же оттенок точно. Это самый примитивный фломастер, их только можно найти. Блин, только испортил. Судьбу свою не спить, не чашу эту, горечь яда душу жалит. Дай мне силы, что я снова стал таким, каким ты хочешь. Я лишь добра хотел. Жаль, что не сумел оправдать твои надежды. На 3 года стоят жизни. Принесу всему и исполню твой приказ. Дабы истязать тебя, себя распять всем на показ. За что мне смерть? За что мне смерть? Как бы вот этот вот блок, ой, фломастер. Нифига не получается. За что мне хотел здесь нарисовать дирижабли, который подлетает, забирает пшеницу, вылетает, но что-то не то. Это не вариант. Это не вариант. Боже, что мне вынесу все муки, но исполню твой наказ. Если у кого-то знакомый из предпринимателей, скажите, что я могу рисовать их руками детскими, легкими, мягкими, светлыми. Светлые пейзажи, ссылка есть.
рисунками. Ручная работа бесплатно, их столько разрешат. И у них появится посетителей в 10 раз больше и денег в 10 раз больше. Разве этого они не хотят? Разве не это вам нужно? Как же достучаться до вас? Столько лет рисую бесплатно на улице свои средства. Испортил себе спину. Снимает еще. Снимает. Если у вас есть знакомые, кто против войны ведет, против противовоенные организации, сбросьте им мой рисунок на стене и мой посыл на английском языке или на каком. Пусть они добавят его в галерею своих антивоенного арта. Скорбь в моих устах, но я так устал. Смотри, можно. Начинать, что я не начал, я бы сделал все иначе, будь все в моих руках, я смерти не искал, да я выбью час.
Пилату, пригвозди меня к распятию. Пока я верую в тебя. Пригвозди меня к распятию, бей, терзай, пытай. Дай выполнить мой твой приказ. Вынесу все муки, но исполню твой приказ, дабы истязать себя, распять все на показ. За что мне смерть? Боже, за что мне смерть? Вынесу все муки, исполню твой приказ, дабы истязать себя, распять все на показ. Боже, за что мне смерть? За что мне смерть? Жаль, до сих пор записываю это. Как по сути зарядки осталось. Не видно, что сломан. Так ощущение, что нифига не осталось зарядки. А, 67%. Но он может вырубиться в любой момент.